разрешите пригласить на сцену маленький камерный ансамбль. Я хочу сказать два слова о происхождении пьес, которые вы сейчас услышите. Они пройдут сейчас циклом. Дело в том, что в Девшан-Вертвя, где я работала еще пару лет назад, был организован когда-то ансамбль из первоклассников и нулевичков. Они были совсем маленькие, у них не было опыта сценического, и они были совсем малышки, и поэтому, естественно, такого репертуара для них не существовало, чтобы он был доступен не только технически, но и эмоционально. И, в общем, пришлось мне, засучив рукава, делать пьески. Так на свет появились такие пьесы под такими названиями: «Собачий вальс», «Песенка» из мультфильма «Филин-Филин», «Рождественская песня» и так далее. И сейчас вашему вниманию представляется цикл пьес. Итак, концертмейстер Сафонова Татьяна, класс преподаватель Сунова Ирина Ивановна. Партия скрипки Татьяна Передера. Партия флейты Наталья Дьякова. Прошу вас. Собачий вальс. Концертмейстер лауреат областных конкурсов Охлопкова Анжела. Класс педагога Плаксуновой Ирины Ивановны. Thank you.
Русская народная песня «Бах, веселых бусин», концерт «Миссель» и «Супер Светлана».